Я, короче, расстроилась, тут сижу, мне говорит, мамочка, не плачь, и потом сама начинает плакать, мама, а папа не умрет, и, короче, началось капец вообще жить. Так что должен себя беречь. Да, любимый, надо мной тут мины летают. Боже, ну! И там отпрашиваешься в отпуск, а потом заставляют заключать контракт. Это пи***ли они, Кась. Такие они козлы. А за... еще деньги-то пришли, любовь, во. Нет, нет. Ну, а губернаторские какие-то еще же должны быть. Должны быть, но ничего нет. Вообще жесть. И здесь тоже никаких концов. Тоже не все плечами поводят и все. Представляешь? Да ты что? Да. Жесть. Это в прокуратуру, Кать, надо идти. Короче, как только начинаешь ты это все делать на всевидение и всеслышание, сразу же приходят деньги. А, да? Понимаешь, да. Сейчас я, короче, тогда буду действовать уже по-наглому. Просто по-наглому во всеуслышание и во всевидение. Вообще пофиг. Да, такая, да. Наглая, просто вообще. Короче, ты слышал взрывы? Слышу, Влад, мне страшно.